A man who's been at the top of the sport for two decades. The first of his five UK titles in 93. Blink and you'll miss him. The Rocket, Ronnie O'Sullivan. Итак, всем привет. Сегодня у нас Ронни О'Салливан, Марк Уильямс. Чемпионат Великобритании 2016 года. Четвертьфинал, первый фрейм. Рефери Эльви Мартел. Thank you, the first frame. Ronnie O'Sullivan to break. Ronnie O'Sullivan won. Ronnie O'Sullivan won. One. Да, казалось бы, получил шанс Ронни, но не забил желтый и... Ну... И у Уильямса не лучший выход. А нет, все нормально. Nine. Продолжать серию. Fifteen, 16, 23. 6. Так, ну, видимо, тут дважды повезло Ронни. Упал флюк сначала, потом как-то чудесным образом получился подбой. Но сейчас непростой удар.
Я-то думал, в угол будет играть Ронни, но тогда все нормально. Thirty-six. Forty-four. 49. Не удалось выйти Ронни, так что борьба на последнем красном. Ну и как раз Ронни поставил снукер. Несложно было его сделать, а вот попасть сейчас надо марку. И не отдать. Ну а теперь у нас седьмой фрейм. Будет начинать Ронни. 4-2 перевес. Thank you, frame 7. Ronnie O'Sullivan to break. One.
9.39 46 47. Быстро Ронни играет. Хорошо он сделал подбой, 47 очков. И вообще-то тут попахивает счетом 5-2. 78. Ronnie O'Sullivan, 78, and a frame.